Скажите, пожалуйста, вот вопрос. Прямо вот с места не кричите. Что самое главное, когда вы приходите на концерт вот к любому артисту, неважно, хороший или плохой, что самое главное? Место. Место. Ну, у вас не самое лучшее, видимо, да? Что еще? Автограф? Еще что? Настроение. Ну, это обязательно, да? Нет, а вот еще есть важнее вещи. Аплодисменты тоже трезвый хорошо. Трезвый артист! Что? Трезвый артист! Трезвый артист, ну я трезвый. Отлично! Вот видите, у вас, значит, все совпало. Нет, вы все отвечаете неправильно. Самое главное, когда вы приходите на концерт к любому артисту, это селфи. Согласитесь, концерт не удался, если вы не сфотографировались с кем-то. Вот что я сейчас предлагаю сделать прямо сейчас, в декорации пельменей, фотографии со мной, но селфи, а потом вместо меня врежьте любое лицо, какое хотите, можете Киркорова, можете Билана, ну, кто кому нравится. Поэтому сейчас выходите сюда, не превращая это в бардак. У нас есть Саша, она сейчас последит, чтобы это не превращалось в бардак. Саша, аплодисменты давайте. Саша очень хорошо за этим следит. Просто иногда меня роняют. Я не просто Сашу позвал, и роняют меня, и продолжают фотографироваться. В Санкт-Петербурге меня уронили. И один мужчина засовывал мне мандарин в рот. Говорит, вон он, ну, пьяный мужчина. Ну что, а я буду петь, хорошо? А вы начинаете фотографироваться, аккуратненько, все, погнали. Весною птицы возвращаются.